Прозвучал небольшой музыкальный фрагмент, который должен настроить учащегося на соответствующий рабочий лад. И с надеждой на это мы начинаем наше первое практическое занятие по выполнению курсового проекта по теории механизмов и машин. Для построения планов механизма будем использовать компьютерную программу «Компас График», которая является частью системы автоматизированного проектирования «Компас 3D» российской компании «Аскон». Предполагается, что учащийся знаком с основами работы в данной программе. Открываем программу «Компас 3D». Открывается главное окно программы. Мы обращаемся к вкладке «Создать». В открывшемся меню выбираем опцию «Фрагмент». Наша задача – построить планы механизма, который мы видим на экране. Механизм относится ко второму классу, так как в его составе имеются две группы Ассура второго класса. Заданный механизм является цикловым механизмом, то есть механизмом, который осуществляет периодические движения рабочего органа. Такие механизмы очень широко представлены в современных машинах. Прежде всего, необходимо определиться с масштабом нашего будущего чертежа. Удобно все построения делать в чертежном масштабе один к одному. Этому масштабу соответствует значение масштабного коэффициента μL 1/1000 метра на миллиметр. Например, звено АБ длиной 0,03 метра на чертеже будет изображаться отрезком длиной 30 мм. Начинаем построение. Траекторией точки B на нашем чертеже будет окружность радиуса 30 мм. Рисуем ее штрих-пунктирной линией. Добавляем оси. Точка D находится на расстоянии 0,07 метра правее точки А. Найдем положение точки D, откладывая 70 миллиметров правее точки А. Траекторией точки С будет дуга окружности радиуса 50 миллиметров. В качестве начального первого плана механизма принимают план, соответствующий одному из крайних положений выходного звена, в данном случае ползуна. Примем в качестве начального крайнее правое положение ползуна.
Для этого складываем длины кривошипа АБ и шатуна БС, получаем 110 мм, и дугой окружности этого радиуса делаем засечку на траектории точки С. Проводим вспомогательную прямую через точку А и полученную точку пересечения. Теперь основной линией изображаем начальное положение кривошипа АБ и ползуна БС. Вот кривошип, а вот ползун БС. Изображаем коромысло СД. Теперь можно вспомогательные линии удалить. Траекторией точки Е будет дуга окружности радиуса 30 мм с центром в точке D. Проводим эту окружность. Продлим вправо горизонтальную ось, которая будет являться траекторией точки F. Затем дугой окружности радиуса 60 мм с центром точки E делаем засечку на этой горизонтальной прямой. Получаем начальное положение точки F. Теперь можно изобразить шатун EF и удалить вспомогательную окружность. План механизма, соответствующий крайнему правому положению ползуна, готов. Предположим, что нам необходимо построить 6 планов механизма, соответствующих равноотстоящим от начального положениям кривошипа АБ. Для этого разделим траекторию точки Б на 6 равных частей. Начиная от начальной точки. Рисуем последовательное положение кривошипа АБ. Второе положение, третье, четвертое, пятое и шестое. С помощью геометрического калькулятора находим последовательное положение точки С. Изображаем положение коромысла CD. И снова с помощью геометрического калькулятора строим последовательное положение шатуна EF.
Основная часть работы по построению планов механизма нами выполнена. Окончательно оформленные планы механизма должны выглядеть вот так. Thank you.